Решение о срочной эвакуации детей из детских оздоровительных лагерей было принято еще вчера. Резкое ухудшение погодных условий в области требовало незамедлительных решений. Сегодня уже с утра были организованы автобусы, значит, составлены списки детей, и мы детей забрали из лагерей, привезли вот сегодня. В настоящее время приехали у нас два лагеря. Это лагерь «Орленок» и лагерь «Ласточка». Из лагерей эвакуировано уже более 100 человек. В ближайшее время готовится выезд за детьми в палаточный лагерь в Скугареевке. Родители были оповещены об эвакуации еще вчера. Часть детей в тот же день были дома. Оставшиеся с волнением вспоминают пережитую ночь. Нам вот вчера прислал МЧС оповещение о том, что будет угроза шторма. И мы спрятались в домике и уже всю ночь сидели в столовой. К счастью, никто из детей не пострадал. Все обошлось легким испугом. За выходные планируется устранить все повреждения в лагере «Орленок», и с понедельника смена будет продолжена. По остальным лагерям решение будет принято в ближайшие два дня. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.